На день рождения принято загадывать желания. Исключением не стал и целый микрорайон именинников. Только вместо задувания свечей в небо запускают множество разноцветных шаров. Седьмой раз все жители микрорайона Крутые Ключи отмечали день рождения. Праздник длился более 12 часов. На всех площадках, коих было огромное множество на вкус каждого от мала до велика, побывали все, более 80 тысяч человек. На празднике наградили самых ярких жителей, проявивших себя в различных номинациях. Например, балкон Татьяны Костыговой признали самым уютным. Это ощущается, многие останавливаются и фотографируют. И некоторые, если поливают цветы, они подходят и спрашивают, какие у меня цветы здесь растут. Вот с удовольствием делюсь. Поздравляли жителей, которые считают себя одной большой семьей, и почетные гости. Замечательный праздник, огромное количество улыбок, веселых лиц. Я вам всем желаю сегодня хорошего настроения, любви, благополучия вашим семьям. Мы весь проект строили по семейному принципу. Самое основное, то, что у нас есть, это мы работаем для людей, работаем с любовью, делаем это как для себя. Свои пожелания сказали и звезды российской эстрады Юлианна Караулова и Александр Ревва, которые спели свои популярные хиты. А закончился праздник ярким салютом. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.